те исторические минуты, когда космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой, между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин сообщал на Землю о том, как он себя чувствует, о том, как проходит полет. Во время коротких сеансов связи советский космонавт передавал: